Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я нахожусь на центральной площади геологов. Здесь напротив офис Gas Oil Plaza, Газпромовский, а там дальше Энергобанк. А это у нас, здесь, уважаемые подписчики, это здание технопарка. Вообще это дворец геологов в советское время был, но он так и остался. Сделали здесь на базе его технопарк. Вот. Вот такая вот, видите, сегодня площадь. Так она оформлена. Тут много очень автомобилей выставлено. Вот. Там он идет сзади меня съемка какой-то компании, которая будет показывать вечером по телевизору. Видите, там тренога стоит. Вот он снимает. Вот. Ну и как раз мы в этот момент попали. Вот. Но суть разговора вот в чем, уважаемые подписчики. Суть разговора, уважаемые подписчики, вот чем. Значит, здесь сегодня, 29 мая, проходит, значит, в технопарк, Тюменский технопарк, 29 мая, мой бизнес, земля больших семей. Видите, день предпринимателя 24-го года. Форум, посвященный развитию семейного предпринимательства. Тюмень форум. Вот он. И здесь организовали торговлю автомобилей, ну и рекламу. Вот, например, Лада Нива Travel Test, Тюмень АвтоВАЗ. Вот такая вот Нива, смотрите, вот она, нового образца на базе Лады Нивы, на базе Шевроле Нива. Вот, и смотрите стоимость ее, 1 269 000. Вот, видите. Следующий автомобиль построим, посмотрим. Тоже вот стоит. Это, по-моему, Лада Веста. Тоже Тюмень АвтоВАЗ. Тут даже есть QR-код, по которому можно перейти на их сайт и получить выгодную скидку. И вот смотрите, стоимость автомобиля 1890 рублей 900 рублей. Значит, банк Автофинанс. 29 у них процентная ставка, ежемесячный платеж больше 36 567 рублей. Вот такая вот реклама на Ладу Веста Кросс. Так, и следующий автомобильчик посмотрим. Тоже Тюмень АвтоВАЗ. Здесь QR-код. Это на базе Лады Гранты. Видите, смотрите. И здесь вот такой фургончик. Здесь не случайно этот фургончик стоит, потому что сегодня день предпринимательства. День семейного, уважаемые подписчики, предпринимательства. Поэтому и такой фургончик стоит, чтобы можно было купить мороженое такой развозить. Фургончик. Хоть, да, хоть мороженое развозить, хоть еще что-то. Вот. Вот дальше смотрим. Значит, это у нас новая Веста. Веста Кросс. Но она, новая Веста, как бы универсал. Вот смотрите, какая красивая машина, беленькая. Вот она, Веста Кросс. Так, вас, конечно, интересует цена. Вот, уважаемые подписчики, цена ее 2 миллиона 10 900. Вот. Ну, такая же процентная ставка, 29. Ежемесячный платеж 38 887 рублей. Вот. Не знаю, на какой период, но вот написано так. Вот. Вот, уважаемые подписчики, вот такой автомобиль. Дальше Иксайт на чекистов. Вот. Тоже, кстати, это Тюмень АвтоВАЗ. Компания осуществляет торговлю. И этот Иксайт X-Cross 7. Новый старт от 2 499 тысяч. Вот, видите, я вам прямо показываю эту цену. Я нисколько не лукавлю. Здесь вот прайс прямо висит на лобовом стекле. Вот, видите, вот такой автомобиль. 2 миллиона 499 тысяч. Ну, фактически 2,5 миллиона. Вот. Тут вот как раз Тюмень АвтоВАЗовский вот такой флажок. Вот, это весь ряд, как раз то, что осуществляет продажу Тюмень АвтоВАЗ. И вот эти вот Иксайты. Вот такие кроссоверы. Ну, дальше, уважаемые подписчики, опять это технопарк. Показываю вам здание технопарка. Так, тут
стоят вагончики медицинской службы. И дальше мы посмотрим. Это тоже автомобили Автограда. Автоград, там мужчины сидят. Здесь Тюмень Автоград, непонятно какие цены. Вот, значит, осуществляется реклама этих автомобилей. Вот, не знаю по какой цене. Манжара Джели Автоград. Тут телефон. Но вот такой автомобиль. Цены неизвестно какие. Вот, я не знаю. Вот. А девушка, какая минимальная цена этого автомобиля? 4,5. 4,5? А, понятно. Минимальная цена, да? Ага. А максимальная? Эксклюзив. 4,700. Понятно. Там от цвета будет зависеть. Ясно. Ну ладно, спасибо вам. Пожалуйста. Так. А это у нас тоже автомобильчик. Тоже Чанган Центр Автоград. Город Тюмень. Так, тут тоже непонятно какая цена. А сейчас спросим. Вот. А подскажите, пожалуйста, минимальная цена этого кроссовера? Ну, начинаются 2,8 они. 2,8, да? А максимально? Максимально 3. 3? А, ну это уже люксовой там, да? Да, такой. Вот это вот и есть. Мониторы, все, да? Там оно и в базовой версии, как бы не назвать ее тоже базовой, как бы все необходимо есть. С точки зрения чисто помощников, водителю будет поменьше безопасности. А так, то есть мониторы все так же будет. Понятно, спасибо вам. Ага. Вот видите, вот такой ценовой предел этой компании. А вот, значит, у нас грузовой вариант, компания Argo. Видите, вот такой красивый, значит, автомобильчик. Внешне очень красивый, мне он понравился, вот этот Argo. Он как бы полулегковой, но такой грузовичок, такой дизайнерский, прекрасно сделан. И вот у него как бы эмблема такая, видите, красивая, как от ядро атома, движение, орбитальное движение как бы атомов. Вот. И вот давайте посмотрим внутри в салоне. Вот. Руль, тут спидометр, все. Ну, красота. И вот он я, уважаемые подписчики. Вот. Видите? Так что. Дальше посмотрим. Опять Чанган. Луто. Ламор. Чанган Центр Автоград. Город Тюмень. Вот. Тоже. Но тут прайса нету, тут не написан. Вот. Вот такой автомобильчик. Все можно узнать на сайте Чанган Центр Автоград. Тут телефон есть, видите, 834-52-29-0001. Все это можно узнать. Дальше. Вот новый Exit VX. Ну, конечно, тест-драйвский автомобиль. Значит, вот он так смотрится красиво, этот Exit. Он уже зарегистрирован, видите, с номерами тюменскими. Вот, а у нас тюменские номера, это 72-й регион. Вот. Особые условия для предпринимателей, выгода до 1 380 000 рублей. Вот он, Центр Автоград. Здесь прайсики есть, можно посмотреть все цены. А все цены тут начинаются 3 460 000, и максимальная цена со специальной скидкой для предпринимателей 750 000, получается 2 670 000. И всякие тут модели, видите, можно взять прайсики и более подробно посмотреть. Вот, вот такой новый Exit. Ну, конечно, красивый автомобиль, ничего не скажешь. Внутри салон, электроника кругом, видите, как красиво. Дальше, уважаемые подписчики, тест-драйв Хончи. Хончи H5. Тоже Автоград торгует. Вот, он перешел полностью, раньше европейскими автомобилями осуществлял торговлю, а теперь, значит, он осуществляет торговлю вот такими автомобилями. Ну, это какой-то автомобильчик, уважаемые подписчики, это представительского класса. Вот. Очень эффектно выглядит, хороший, красивый, прекрасный дизайн. Внутри салон тоже здорово одет, скорее всего, кожа, вот, автомат, вот, руль. И здесь
прекрасные эргономические сиденья. Вот. А это, уважаемые подписчики, прайсик, по которой этот хончи можете посмотреть аж пятый. Вот цены я вам показываю. 3 990 000. А максимально 4 100 000. Вот такие характеристики автомобилестовительского класса хончи. Вот. Дальше посмотрим, уважаемые подписчики. Ну, конечно, у него вот передняя часть вообще великолепна. Дизайнерски сделана. Просто красотища. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот автомобиль. Exit Line T27. Но цвет у него, конечно, великолепный. Вот смотрите, как он прекрасно смотрится на солнце, сияет и блестит. Вот, T77 Exit Line. Тоже, конечно, компания Автоград. Вот. Ну, посмотрим с этой стороны. Этот Exit Line. Вот. Видите, как великолепно смотрится на солнце колеса, дизайн фар. Все здорово. И вот давайте заглянем внутрь салона. Вот. Видите, как здорово. Но тоже напичкан полностью электроникой. Сейчас фактически автомобиль — это фактически компьютер. 1/4 часть объема автомобиля и вес автомобиля — это составляет фактически провода. Вот. И все чипы, которые там находятся. Так что надо это учитывать. Вот. Автоград 30 лет. Вот. И здесь торговый дом Автоград. ФАВ. Бестайн Т77. Видите? Вот. Файл. Бестун Т77. Вот, значит, двигатель 1,5 литра, 160 лошадиных сил. Значит, и вот цены, стоимость данной комплектации 3 016 000. Скидка по программе Trade-in 120 тысяч, скидка по программе кредит 200 тысяч, скидка для клиентов Автограда до 200 тысяч. Стоимость с учетом всех скидок 2 496 тысяч рублей. Автомобиль максимальной комплектации. Ну, конечно, великолепный, красивый автомобиль. Ничего не скажешь тут другого. Тоже компания Автоград. И вот а вот это как читается, ребята, вот это название? Как? Джейку? Вот видите, я даже не прочитал бы. Я прочитал Олеку. А это Джейку считается. G7, видите, тоже компания Автоград. Джейку. Вот, здесь написано даже вот сайт jq-автоград.ru, Тюмень, улица Республики, 268. Вот. Вот такой вот JQ. Вот. Ну, конечно, вы сами понимаете, все, что я вам показываю, это, уважаемые подписчики, производство Великий Китай. Вот. Видите? Вот такие автомобили он выпускает. Для людей, те, которые желают купить, значит, пожалуйста, вот я вам сделал, насколько мог, вот такой обзорчик, уважаемые подписчики. А там, напротив, вот этой вот китайские автомобили, наши отечественные автомобили, российские. Вот. Салон Тюмень АвтоВАЗ. А это Автоград. Значит, это салон тоже тюменский. И он полностью переквалифицировался на китайские автомобили. Вот. Так что вот такая ситуация. Мы не обиженными автомобилями представительского класса. Все это у нас есть. Все это красиво. Вот, выглядит и прекрасно. Ну, сегодня 29 мая, хороший, красивый день. Естественно, видите, какое небо, солнышко. Вот. И нам повезло, мы попали на выставку вот таких вот рекламу, выставку вот таких вот автомобилей представительского класса. Вот. Так что, те, кто желает, пожалуйста, покупайте. Пожалуйста, обратите внимание и теперь знаете направление, где это можно приобрести.
Ну, на этом заканчиваю, уважаемые подписчики, свой обзор. Всего доброго. Всем желаю здоровья. И в то же время всем желаю удачи, чтобы у всех сбылись все их заветные мечты. Только добрые, уважаемые подписчики, только пропитанные добром. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим свой маленькое видео, свой обзорчик на нашем канале. До свидания.